Итак, всем привет! Это первый выпуск Черноморского фронтира, цикла видео-выпусков, посвященного черноморским поселкам, городам, которые сформировались в 19 веке, их многонациональному составу, населению и истории его появления, включая историю изгнания адыгов предыдущего коренного населения, которые жили здесь раньше. Ну, то есть мы как бы показываем, как в 19 веке изменился этот формат, и сегодня это многонациональное такое побережье. К сожалению, не все знают об этом. Итак, мы идем с востока на северо-запад от границы Абхазии к Анапе, и сегодня у нас первый выпуск, посвященный первым трем поселкам на границе с Абхазией. Это селение Веселое, Аибга и Сальме по реке Псоу. Вот они вдоль нее находятся. Как вы понимаете, здесь вот названия, да, необычные, и большинство этих поселков, они на самом деле не русские. Веселое – это молдаванское поселение, а Сальма – это эстонское. Аибга – смешанное. Как так получилось? Дело в том, что молдаване, как и эстонцы, вообще одними из первых были, которые приехали сразу после Кавказской войны на побережье его осваивать по приглашению российских властей. И они, на самом деле, оказались самыми успешными поселенцами, которые наиболее грамотно подошли к адаптации наследия черкесской культуры, вот этой садоводческой. Переняли многое, поняли, как в этом климате обзавестись, и буквально за несколько лет стали самыми зажиточными крестьянами на всем Черноморском побережье. К ним постоянно обращались за продуктами, они снабжали, в общем-то, побережье молоком, там, сыром, продуктами там, аграрной культуры, кофе даже. Да? И от них уже спустя несколько десятилетий уже русские, украинцы, там, белорусы, ну, на части грузины, армяне, там, греки, другие народности, да, начали перенимать вот эту черкесскую культуру от них, от черкесских соседей, которые уже освоились, остались, вновь образовали аулы, и вот от эстонцев и молдаван. Где поселились эстонцы? Селение Веселое появилось, изначально оно находится около берега, к востоку от Адлера, и оно появилось на месте владений Решида Гечба, это абазинский князь из общества сазов-джигетов, которые проживали вдоль Даритной Бзымты, которые в большинстве своем ушли в изгнание в Османскую империю в конце Кавказской войны. Вот. С ними ушел Решид Гечба, но он вернулся, сумел вернуться из Турции. Значит, ему российское правительство обещало 700 десятин в любом месте, где он захочет, но на том месте, где он жил, он уже не мог взять, потому что там уже молдаване жили. Да? И, естественно, он, подумав, решил взять себе владение в Сухуми. В 1974 году Решид Гечба приехал в селение Веселое к молдаванам для того, чтобы поклониться могилам предков. Поругал молдаван за то, что они очень нехорошо обошлись с его черешневыми садами, они их вырубили, и это было не очень хорошо, в плане того, что это было дорого, и сам Решид Гечба оплатил немало денег в свое время, чтобы купить их у турок и развести эти сады. Дом, который остался, сохранился, его особняк на холме Веселом, он разобрал полностью и увез в Сухуми, где заново построил, и, в общем-то, решил жить в своем, ну, так, родовом владении, пусть на новом месте. Но судьба его решилась плохо. В 77 году, когда началась русско-турецкая война, турецкий десант высадился в Абхазию, Решид Гечба был пленен и увезен в Турцию с запретом возвращаться в Российскую империю. Закончилась его трагическая судьба вот в изгнании в итоге все-таки. Что касается селения Веселое, здесь, значит, молдаване на том месте, где стоял особняк Решид Гечба, построили в итоге церковь на холме. Селение было очень зажиточным, и к концу века, кроме молдаван, в нем поселились еще русские, армяне, греки, поляки, грузины и даже итальянцы были. То есть вот, хозяйство это привлекало очень многих жителей. Сегодня это селение соединилось органично с поселком в Америкинской долине, которая была, в общем-то, до недавнего времени сплошным болотом. Вот, и сейчас вот они как бы в одно целое себя представляют. Были там еще казаки-некрасовцы, но мы поговорим о них позже, в следующих выпусках. Что касается эстонского селения Сальме, оно находится в 5 километрах от берега, на восточной, на абхазской стороне реки Псоу. И изначально здесь эстонцы пошли другим путем, они поселились к уже существовавшему абхазскому селению Псоу Ахабла, и спустя пару лет их селение стало таким показательным, зажиточным уже. Эстонцы осушили болото, хотя все равно болели малярией долгое время еще. То есть завели сады, развели огороды,
скотоводством стали заниматься. В общем, было все у них очень хорошо. Знаменитые фрукты и цветная капуста квашеная, в общем-то, поставлялись на побережье и очень ценились там. Даже небольшой лесопильный заводик они имели. Селение это пострадало сильно во время абхазо-грузинского конфликта. Большинство эстонцев предпочли уехать в Эстонию. Осталось всего 500 человек, но эти 500 человек там по-прежнему живут и сохраняют свой язык и культуру по сей день. О событиях того времени даже снят был фильм «Мандарины». Погуглите, посмотрите. Ну и природа, конечно, Сальма красивая. С вот этого холма хорошо видно Адлерскую долину. Совсем другое дело, притаившееся в горах селение Аибга, которое сегодня разделено пополам между Абхазией и Россией. Селение Аибга появилось на месте и несет название поэтому общество абазинского Аибга, входившего в более крупный союз медовеевцев. Этот союз абазинский, он из-за своей такой изолированности в горах долгое время полагался на эту изолированность, поэтому они последними в Кавказской войне оказали сопротивление, то есть те отряды войск, которые шли в 1864 году на Красную Поляну, именно вот в Аибге этот отряд, который проходил, он столкнулся с сопротивлением, и несколько дней понадобилось, чтобы его сломить российским военным. Было, к сожалению, для айбгинцев сломлено их сопротивление, они сдались и были изгнаны в Османскую империю. На месте их селения появился военный пост второй роты 21-го Кавказского линейного батальона, солдаты которого, в общем-то, поселились и жили при этом посте. Со временем к ним еще присоединились части русских крестьян, и до 1874 года эти войска там стояли, потом были распущены, все батальоны были распущены, войска, солдаты переехали поближе к морю, к цивилизации, так сказать. За ним потянулись и крестьяне, потихонечку место опустело. Но в 1890-е годы здесь появляются эстонцы, видят, что вот запрошенное вот хорошее место, хоть и далеко в горах, и его осваивают. Со временем, уже к 1900 году, получилось так, что это селение эстонское объединили с деревней Ермоловской, и, получается, вновь стало преобладать русское население. На сегодняшний день там живут всего несколько сотен человек. Оно достаточно отдаленное, это место. Туда нужно ехать почти 38 километров. Гравийная дорога вдоль границы со всеми этими сложностями. Но если вы как турист все-таки хотите увидеть красивые, великолепные горы, шедевральные водопады и вот эту всю красоту Кавказских гор, то это вот то самое место, куда стоило бы приехать, несмотря на все сложности. Очень вам рекомендую. На этом мы закончим наш сегодняшний такой экскурс по Черноморью. В следующем выпуске мы отправимся уже по морю в Адлер, поговорим о самом Адлере, поговорим о его окрестностях и Адлерской этой долине. Кстати, если вам понравилась вот эта вот футболка с горами и с горой Оштенвиз, то я могу посоветовать вам обратиться вот в этот вот замечательный магазин на инстаграм-канале и заказать такую футболку. Есть размеры мужские и женские, с крутыми рисунками, с разными оттенками. В общем, рекомендую. На этом все. Ставьте лайки, комментируйте, не забывайте подписываться, нажимая на колокольчик вот здесь, чтобы получать свежие уведомления о новых видео. Делитесь с друзьями и до новых встреч. Всем пока!